Сегодня со спецдокладчиком ООН Майна Киаи встретился председатель комиссии по правам человека при президенте республики Куаныш Султанов. В ходе беседы гости ознакомили с новыми правозащитными проектами в стране и новыми инициативами в этой области, которые планируются в Казахстане до 2020 года. Майна Киаи прибыл в Астану для мониторинга ситуации с правами казахстанцев на свободу мирных собраний и свободу объединения. Также Майна Киаи встретился с отечественным омбудсменом. Аскар Шакиров рассказал специальному докладчику ООН об основных направлениях и специфике деятельности Национального правозащитного учреждения, о его роли и месте в государственной правовой системе страны. Их интересует динамика развития в целом, экономического развития нашей стране и адекватность обеспечения правового поля и утверждения правовой государственности. Эти вопросы, они актуальные вопросы постоянно в нашем процессе, в нашем движении.